Allah sizi korusun, cevabı yoksun. Allah sizi korusun, cevabı yoksun. Allah sizi korusun. Sağ olun. Bismillah. Sağ olun. Salamı hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizi korusun. Sağ olun. Президент Ильхам Алиев заложил в городе Ходжала фундамент мемориала жертвам ходжалинского геноцида, встретился с представителями общественности района. Затем президент Ильхам Алиев вместе с жителями ознакомился со строительными работами, проводимыми в городе Ходжалы. Затем глава государства, представители общественности Ходжалинского района побывали в городе Ханькянды.